я себя слышу, наконец-то! Всем привет! У нас тут пока все подключаются. Я пока первый подключился, а вот и Виталий подключился, да? Расскажи про вас, расскажи про вас. Ну, нам 2 годика уже. Как группе, как альбому первому, который мы тут немножко поиграем. Но мы в основном будем играть... Вот меня и не слышно, а вот меня снова слышно. Мы будем в основном играть альбом, который выйдет осенью этой. Мы его готовили 2 года. Я надеюсь, что вы добавите нас, потому что будет очень приятно видеть предсохранение всего этого дела. Вот, мы называемся группой «Никта». Так что вот, и теперь здесь только ждать, пока все настроится. Успокоиться. Делаем ставки, кто быстрее настроит и поставит все. Клавишник или барабанщик? Так. Пока что лидирует Оскар, клавишник. Давай, ты спеешь, давай. Я готов. Остался только барабан. Готовь бубен. Пока что я буду это. Это самая серьезная песня для клавишника, потому что он не играет на клавишах в этой песне, он играет на бубне, который не подключен к микрофону. Поэтому это очень постранично, в этом нет особого смысла, но мне нравится. Немножко шуму. Thank you.
Спасибо! Как звук? Нравится? Кивните, если нравится. Может, голос погромче? Нет? Хорошо. Я тебя прекрасно слышу. Я вас не слышу. Так что, в общем-то, это... А, тише голос. А, они хотят тише голос. Ну ты говори что-нибудь для этого. Да ба 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 ба. Так. Че, идем дальше, ребята? Сразу, без остановок. Остановка уже была. Спасибо. Так, я забыл сказать, Оскар, твоя игра на бубне была великолепная, это просто невероятно. Спасибо. Теперь погромче голос. Да вы с ума сошли? У нас там целая скамья звукорежиссеров. Так, ну а следующая песня, без нее невозможно, она каждый раз звучит. Это одна из первых песен, которые мы вообще учили играть вместе. Это «Дым». Муа, поехали. Когда солнце зайдет, я сожгу. Пустые дни, фонари, черный дым, черный.
пойти по ветру туда, где нет меня. Я стал гореть, не смейте тушить. Спасибо. Так, а дальше у нас по полной идут песни, которые не выпущены и выпустятся где-то осенью. Ох, моему горлу конец. Сейчас будет. Так, давайте, мы никуда не торопимся, ребята. Здесь нужен грув. Кого потише? Меня? Сделайте меня потише, пожалуйста. Ля-ля-ля, жу-жу-жу, я с мозгами не дружу. Yeah.
Спасибо, мне надо попить воды после такого. Виталий, это было великолепно. Похлопаем Виталия. Так, я надеюсь, вы все взяли плавки, чтобы вот сюда куда-нибудь подплыть и вот поближе слушать, не знаю. Мне кажется, это надо было продумать и записать в постах, при том, что про концерт. Так, а что мы... А, вот это. Уф. Ну что ж, поехали. Тоже не выпущенная, но скоро выйдет, кстати, довольно скоро. Раньше, чем альбом, мне даже кажется. Не попал в ударку. Спасибо большое. Так. Ох. Вот эта песня самая последняя из тех, которые мы выучили. И поэтому ее кайфовее всего играть. Я думаю, вам понравится. А, нет, не понравится, это другая. Да. Ой. Да, нам надо попить воды перед этой песней. Сейчас будет умножь или подели, я ошибся. Там такая ля высокая в один момент. Но вы услышите. Мы готовы? Все готовы? Вы готовы? Вы готовы? Yeah.
получается. Так, вот теперь эта песня должна вам понравиться. Она еще не вышла, и я очень горжусь ее существованием. Оскар, ты правильно играешь. Осталось еще две. Верно? Да, все, две осталось. Мама, я не хочу видеть, как с неба падают птицы. Людям не нужны крылья, чтобы насмерть разбиться. Я не хочу слышать твой голос, а без тишин все вокруг кричит. Песне не нужна гитара.
Так, теперь я свободен и могу бегать по сцене. Привет. Привет. И тебе привет. Давай. А, ты тоже? Давай. Так, что, готовы? Сейчас будем бегать. Оскару тоже нечего играть в этой песне. Спасибо, очень вас люблю! Муа!